Итак, всем привет, я хочу сделать маленькое видео, надеюсь, что получится маленькое, по Bluetooth устройствам, точнее гарнитуры, телефоны и же с ними. Давно я, так же как и многие из вас, которые мне пишут как раз вопросики, задался одним вопросом, почему некоторые гарнитуры с телефонами работают нормально, некоторые связь то теряют, то еще какие-то глюки происходят. Но мыслей не было, долбал производители, ребята делали патчи на некоторых моделях гарнитур, телефонов и так далее. Это все начинало работать. Потом я себе приобрел вот такую Соньку. С ней у меня проблем не было до поры до времени с аппаратами до BV8000. А BV9000, 10000 и так далее, на ней тоже начались небольшие проблемульки. Какие небольшие? То есть радиус действия, дай бог, 1,4 метра. Но зато вблизи никаких помех нету. До того на других гарнитурах у меня водились глюки другого образа. То бишь, наушники имеют где-то антенну или вот такой вот блочок, где я их там набросал. Вот, да. То есть, или мы рукой закрываем то место, где антенна, или блок просто берем в руку, и связь начинает иногда прерываться. Спустя время я начал задумываться все-таки, почему. Иногда есть, иногда нет. Больше всего дошло до меня это, когда как раз сделал последнее видео по вот этой вот гарнитуре. А точнее почему? Потому что в ней вычитал, какой у нее поддерживается стандарт. И тут я стал задумываться. А ведь и вправду существует очень много стандартов этих Bluetooth. Соответственно, многие из этих гарнитур маркированы кто чем. Вот это, например, имеет стандарт 4.0 максимальный. Больше она не имеет, если и то правильно написано было. Вот эта гарнитура вообще, по-моему, 3.0. У этой гарнитуры 3.0, но обратная совместимость до 2.0 в наличии, 4.0 тут не пахнет. И не у всех гарнитур написана обратная совместимость. И тут я начал задумываться и сравнивать разные аппараты. И обнаружил, что аппараты других фирм, которые постарее, у них Bluetooth, например, 3.0, да, и к ним подключаем гарнитуру с Bluetooth 3.0, проблем нет, расстояние 10 метров, хоть как. Но жрет батарейку быстро. Вот эта гарнитурка без обратной совместимости с 2.0 подключается туда же так же, батарейку ест меньше. Значит, получается, что старые телефоны грешат тем, что переходят на старый образец, на Bluetooth 2.0. Новые, соответственно, имеют один косяк. Например, модель BlackView 8000, она, как я понял, методом тыка не имеет обратной совместимости. То есть некоторые самые древнейшие гарнитуры она вообще видит и отрубает. То есть она с ними поконнектит буквально пару минут и выключается. Доказательство было очень простым. Вот эта гарнитурка Sony имеет стандарт только 3.0, и все. Другое она не хочет. То есть, если здесь как бы непонятки, то ли 3, то ли 4, китайцы сами не поняли. Здесь это вещь фирменная, тут точно только 3.0 и ниже. Вот с этим вот нафилетом оно работает недолго. То есть, подключается, если музыка играет, все зашибись. Переходим в режим ожидания, выключается. Получается, что совместимость не особо пахнет. Вот этот аппарат в таком же режиме работает с ним же точно так же. То есть получается, что все новые аппараты BlackView имеют одну вещь. Они грешат отсутствием обратной совместимости. То есть если у вас гарнитура Bluetooth 2.0, 3.0, не факт, что она будет хорошо работать. То есть к этим новым аппаратам рекомендую более-менее современные гарнитуры. Благо со стандартом 4.0 продаются уже как минимум года 2. И вот такие вот китайские самоделки, которые вроде 4 есть, вроде 4 нет, с этими телефонами работают хорошо. Проблем нет, коннект держит постоянно и претензий просто не имею. Если у вас аппарат последнего поколения, и он не хочет работать с некоторыми старыми гарнитурами, не надо ругаться на производителя, наезжать, чтобы что-то там делали, вы посмотрите просто стандарты. Если у вас гарнитурка, которая вешается на ухо и не имеет A2DP протокола, то она вообще может быть на Bluetooth вплоть до единички. И тогда с новыми аппаратами, ну, она никак не гарантируется работа. Потому что обратная совместимость как бы у большинства есть производителей, но вовсе не у всех. А уж у китайцев третьего эшелона раз-два и обчелся таких аппаратов, с которым это работает. Да, они программно могут это допилить, но доставать фирму из-за того, что вы выкатили из закромов какую-то древнюю гарнитурку, ну, не знаю, по-моему, это как-то неправильно. Также вот эта вот у меня гарнитура, ей уже, блин, да фиг знает, лет 6 или 7. У нее уже аккумулятор просел, он уже держит меньше, чем положено. У нее зажимка многократно менялась. Но я не буду лично из-за нее выпендриваться и там просить, ребят, сделайте мне, чтобы 3.0 тоже держалось. Ну, не очень хорошо работает с одной, ну, там, с двумя моделями, да и черт с ней. Гарнитура, как говорится, дело наживное. Тем более сейчас. Благо в Китае, где это фигня.
Вот. Благо в Китае вот такой вот стик отдельно можно купить сейчас буквально там за 3-4 доллара. При этом будет работать хорошо, поддерживает 4.3, Bluetooth 4.3 стандарта. Проблем нет, проверял, включал музыку с телефона из интернета Яндекс Мьюзик, ставил телефон на подоконник и ходил по квартире, по разным комнатам. Связь берет, звук идет отлично, без всяких сбоев. То есть, если у вас соответствие технологии в телефоне и в наушниках полное, то есть, допустим, новое здесь и новое же здесь, то проблем вы знать не будете. Но если вы выкатили из закромов старое, скажем так, ретро-устройство, ну, что имеем, так и получаем. Так что видео пытается вам донести одну мысль, что если у вас устройство новое, гарнитура старая, то претензии производителю как-то негуманно прикатывать. Потому что устройство обязано работать с поколением своим же. То есть устройствами примерно хотя бы там одного и того же, не знаю, пятилетия что ли. Если у вас одному устройству 5 лет, а другое новенькое, они вовсе не обязаны работать. Потому что протоколы меняются, технологии, частоты, все меняется. Не могут они просто все быть на одной волне, чтобы все работало. Ну, то есть, когда вы покупаете наушники, вы должны смотреть вот на эти вот циферки. То есть, технология самого Bluetooth, ну и поддержка дополнительных технологий. То есть, когда-то это была 2DP обязательно, а сейчас уже IDR, это уже новая технология, уже круче, чем 2DP. То есть, передача стереозвука еще и с пониженным... с пониженной затратой энергии на более дальние расстояния, с большей помехоустойчивостью. Ну, как-то так. То есть, покупаете гарнитуру, предварительно посмотрев, какая у вас технология в смартфоне. Если у вас технология старая, то гарнитура любая. Если у вас технология новая, берете, чтобы технология в гарнитуре была соответствующая. Ну и, соответственно, и наоборот. Если вы берете новейшую гарнитуру, да, а используете старый аппарат, как вот есть отзывы об этих наушничках на сайте продавца, то бишь МТС, что люди пишут, что у них там связь рвется мгновенно, еще всякое. А при поверке выясняется, что у людей телефончики, которым лет 7, у которых просто тупо Bluetooth версия 2, по-моему, и все. То есть вот с этой вот 4.2 он не умеет работать. Получаем опять тот же самый результат. То есть нужно, чтобы вот эти вот циферки более-менее сходились. То есть на единичку разница еще допустима, а на 2 это все, фейл. Может быть, что не только будет сбоить, а может и вообще не соединится. Ну вот на этом уже точно все. Всем пока. Это была болтовня про Bluetooth.